Браконьеры-невежды задержаны в Крупском районе. Сети ими были выставлены на редкие виды рыб, занесенные в Красную книгу. Один пример – рябушка европейская. Она водится лишь в нескольких водоемах Беларуси. Подобную жестокость оперативники оценили в полной мере. Браконьерам грозит 6 лет тюрьмы. С подробностями Юрий Шевчук. На месте у озера Селява в Крупском районе были замечены два подозрительных рыбака. Во время проверки выяснилось, что это браконьеры. У нарушителей изъяты сети и 134 особи различных видов рыб. В том числе 50 особей рябушки европейской. Госинспекторы уверены, что на озере Селява браконьеры рыбачили неспроста, ведь именно здесь водится редкая рыба, занесенная в Красную книгу, рябушка европейская. Кстати, именно сейчас, в ноябре, у этого вида рыб проходит нерест. В Беларуси рябушка европейская водится лишь в нескольких водоемах. Сейчас, несмотря на уникальность и редкость этой рыбы, госинспекторы отдали ее в местное хозяйство. Ведь после того, как ее поймали в сети, выжить в естественной среде рыба уже не сможет. В результате браконьерства природным ресурсам причинен ущерб в особо крупном размере, порядка 17 миллионов рублей. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Сейчас, кроме возмещения ущерба, задержанным браконьерам может грозить до 6 лет тюрьмы. Такое суровое наказание, пояснили в госинспекции, связано с тем, что угрозе подвергался вид рыбы, занесенный в Красную книгу. Юрий Шевчук, Виталий Селявко, Зона X, Минск.